какие темы являются мелочами, и по какой части надо помогать членам комиссии, а не кляузничать с ними, понимаете? А какие части являются серьезными нарушениями и более вескими. И вчера даже говорили, особенно в регионах, там, где этнические меньшинства живут, какие типовые и серьезные фундаментальные нарушения бывают. Արչևում նախագահական ընտրությունները ներառումով յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտրական պարտքի գիտակցումը կարևոր է քաղաքացին պարտավոր է մասնակցել ընտրություններին կատարել քաղաքացիական իր պարտականությունը իր կամ օգալ ոչ թե մեկ ուրիշի ցանկությամբ։ Քաղաքացիներին հնարավորինս իրազեկելու իրենց որպես անհատ իրավունքների լիովին ծանոթացնելու համար բազմաթիվ տրեյնինգներու միջոցառումներ են անցկացվում։ ՊԻՏԱ-ի հետազոտական կենտրոնում օրինակ անցկացվեց տրեյնինգ, որն ինքնպես վերոշյալ թեմայով էր։ Будем исходить из того, что один из основных прав человека это свобода слова. А даже две пищи людям необходимы. Пища желудка и пища духовная. Личность это является свыше желудка, если у него есть интересы и если у него есть три вопроса. Что, почему, к чему? Почему я родился? Я что, пищеварительный организм или у меня есть видение мое, у меня есть отношений, у меня и что такое государство? Государство это организационная форма моего существования. В центре всех международных прав, в центре Конституции, в центре государства стоит личность. Потому что истоком власти является народ. Это не пустые слова. Это пустые слова для тех, к которому вы подойдете и будете спрашивать там что-то, или агитацию проводить, или объяснять, а он будет говорить, знаете что, никто меня не спрашивает, ничего от меня не зависит. Вот от такого человека правда ничего не зависит. У нас проходит тренинги, финансируемые ЦСКО и составы центре, и проект выиграл Усадху Гамбитарабис Хиди организация. Они осуществляют проект в Ахалкалаке, в Нинусминде и в Аспинском муниципалитетах. Наше будущее зависит от каждого из нас. Называется проект. Проект заключается в том, что они подготовят тренеров, 4 из каждого муниципалитета, то есть 12 тренеров. Сейчас у них проходит второй день тренингов. Тренер Малхашчемия. У них тематика опять вот, гражданское образование, Конституция Грузии, Кодекс Грузии по поводу выборов, вот вся система выборов, что происходит. Это TOT, тренинг для тренингов. После того, как вот пройдет, каждая пара этих тренеров проведет 3 тренинга сами у себя в регионах. Это рассчитано на активизацию, на информирование общего населения, на активизацию населения, содействие их на участие, для участия на выборах, чтобы как можно больше людей было информировано, что такое выборы, что такое структура правления Грузии, как это все происходит, и содействовать их участию в процессах принятия решения, в процессах выборов. Տրեյնինգի մասնակիցները ծանոթացան այս ընտրությունների առանձնահատկություններին սահմանադրությունից ու միջազգային իրավունքից բխող մարդու իրավունքներին։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքացու սա օդի ու ջրի նման կարևոր և հետաքրքիր բան է։ Ինչի համար, որովհետև մենք քննարկում ենք անհատի օրենսդրական իրավունքների միջազգային և մեր պետության օրենսդրական գիտելի մասին և ընտրական օրենսդրության վերաբերյալ, այսինքն սեփական իրավունքների մասին իրազեկվելու, իմանալու, ճիշտ պետության օրենքները հետևելու, կողմնորոշվելու մասին է։ Սա կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի առաջնահերթ պետք է իմանա։ Եթե մենք ուզում ենք լավ, գեղեցիկ, հետաքրքիր, օրենապաշտ, օրինավոր պետություն քաղաքացի նույնիսկ զգալու, ապա մենք պետք է հետևենք այս կանոններին, պետք է իմանանք, իհարկե, իմանալ և եկադարածել։ Տրեյնինգ, значит, организован с инициативой ЦСКО. Цель тренинга, значит, ознакомление правовых аспектов избирательной части.
и касающиеся другие темы, как и такие, как гендерное равноправие, как защищение на международном уровне, на правовом уровне и по законодательству, и по конституции Грузии, права человека, один из основных прав, право выбора, право голосования, право человека. И мы обсуждаем и тренируемся не только так сухо на законодательном ознакомлении, прочесть только сухую эти пункты законодательные. Так как я еще с 2003 года знаю этот край, специфику этого края, этнических меньшинств, которым гораздо тяжелее выявить, защитить свои конституционные права, на их же практике и на практике бывших выборов и на основе новых изменений конституционных мы на деле обсуждаем и сопоставляем законодательной частью. Նմանատիպ տրենինգներ անցկացվում են Վրաստանի ողջ տարածքում բնակչության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով ոչ կառավարական կազմակերպությունների օգնությամբ։ Ինոց Գինդակաղաքում տրենինգն անցկացվում է Փարոս հասարակական կազմակերպությունը, տրենինգը ֆինանսավորում է Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Նաշել է որպեսզի 98-ը։ И в мае семье на три партии разделены